Всем здравствуйте! Вы опять попали на канал, да-да, Светлана Лана Алмазка. Думаю, вы попали сюда не случайно. Обычно смотрят мой канал любители алмазной вышивки. Сегодня я покажу вам обзор на икону мерцающими стразами. Вот такая вот Богоматерь. Посмотрите, какая красота, полная выкладка. Единственное, не выкладывается лик. Остальное полностью идет, вся будет выкладка. Полностью все картины. Значит, размер 25 на 35. Так, 14 цветов. Продавец у нас вот этот. Читайте зелеными буквами сверху. Я не знаю, как правильно читается. Если я заказываю себе иконы, то я заказываю именно только у этого продавца, потому что у него хорошее качество. Сравнительно быстрая доставка. Стразы хорошие, всегда остается много в остатке. Стразы качественные, мерцающие. Ну, инструмент обыкновенный здесь, лоточек, стилус, клей. И давайте посмотрим, какие же стразы. Так, 14 пакетиков должно быть, да? Сейчас мы глянем, что здесь. Стразы у нас мерцающие, в пулеметной ленте. Когда начнем работу над иконой, значит, нужно будет это все пересыпать. Так, я уже вижу, что их 14. Пересыпать либо в контейнере, ну кто как любит, либо по зип-пакетикам и уже потом работать в лоточке. Так, вот такие, посмотрите, серебристые, такие небесно-голубые стразики, вот такие ярко-синие, такие оранжево-коричневые, стразики черные, и черные простые идут, матовые, остальные все идут такие, эти... стеклянные. Ой, шуршу я конкретно. Так, вот такие темно-темно-бордовые. Не знаю, видно вам, не видно. Желтые оттеночки. Такие желтые. Тут немножко как бы не салатовый. Еще у нас есть синие. Такие красные оттеночки. Если бы потемнее, посветлее. Такой зеленый. Ой, какой красивый зеленый. Ну, прям такой, не знаю, прям ну, желто-зеленый такой. Так, вот такие медные стразики. И, так, это что у нас тут? Сейчас я рассмотрю сама, не пойму даже. Ну, такие, знаете, как коричнево-желтые они. И полный пакет насыпан, поэтому вот их не растребуши, чтобы хорошо посмотреть, что там за цвет. Так, 14, да, должно быть? Ну, вижу, на последнем пакете у нас 14. Сейчас вот нумерации, знаете, да, что на обратной стороне. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, все. Все на месте, все по одному пакетику. Вот такой наборчик. Вот такая пропечаточка. Хорошо, когда под вот такой пленочкой картина, да? Сразу все видно. Не надо отклеивать, вам показывать. Все через эту пленочку хорошо видать. Пропечатка замечательная. Стразики, когда лягут, будут очень красиво, очень. Она будет ярче, потому что вот эти красные, синие стразы будут такие сочные. Ну, вот это вот будет тоже красиво. Вот это вот, наверное, желтый будет цвет. Да? Или вот этот, который 14-й. Да, 14-й, который вот этот вот пакетик, который я все не могла понять, каким цветом. Ну, такие, говорю, светло-коричнево-желтые такие они. Никак не посмотрим. Ладно. Верьте мне на слово. Все. Весь набор. Все вам показала, рассказала. Так что, кто хочет приобрести такой набор, пожалуйста, покупайте на AliExpress. Вот у этого продавца. Вот. Всем говорю пока. До новых встреч. Всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. До новых встреч.